Нараяна намаскритта нарам чайва нароттамам. Девин сарасватин вясам тато яйо мудире. Санкиртане кишна кату падеши. Гаурия патрашу пракаса неча. Садануракта гуру бхакти юкта. Бхакти прамадакша жагод баруна. Дхейям сада парибхавагнам авишта духам. Тиртас падам сива виринчанутам сараням. Бхиттатихам панатопал бхавадипутам. Банде махапурушате чаруна равиндам. Ятпада паллавана хачандамани чатай. Беспуржи токима бхагавадукшва дарши. Пурнан врагра сасагра сарамурти. Сарадхикамай кадар кипам караш. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда. Си Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда. Си Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда. Си Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Аджануламбита бхужау канака бодату, Санкиртанай капитару камала аятакшу, Вишамбару диджабару джугадхарма палу, Банде джагат приякару, Каруна Бхатару, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам. Сура сурайр вандито диббарупам, бхуктин ча муктин ча дадасинитам, бхаванурупе насада наранам, ганга таранга рамания жата калапам, гаури нирантара вибиши тобам бхагам. Нараяно прияманго мада парам, Варанаси пурапати бхажави санатам, Ваги саджусва бадане, Лакшмир жасва чавакшаси, Жасьястейде самбихи, Твам нишингамахам бхаже. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Бхакти стои стира тара, Бхагаван жадишад, Дайве на фалоти дивва кишор мурти. Муктихи свайам муклитанджали севату асмам, дхармартха кама гатайо самайо пратикс. Бхакти стои стиратара бхагаван жадишад, дайвена фалати дивва кишор мурти. Муктихи свайам муклитанджали севате асмам, дхармартха кама гатайо самайо пратикшад. Гаурия Гоштипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад. Гаурия Гоштипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру сказал, стремление удовлетворить Бхагавана и есть бхакти. Стремление удовлетворить публику — это не бхакти.
Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада. Парамахамса Джагадгуру said that to seek the complete стремление удовлетворить, полностью удовлетворить Кришну Бхагавана, и это бхакти. Но желание удовлетворить публику или себя, это бхакти не является. В Чайтанья Чаритамрите сказано, агьянтама, being ignorant. Агьянтама, невежество. Агьянтамир нам кухие който. It is called cheating propensity. Тенденция к обману. Агьянтамир нам кухие който. Дхарма, артхо, кам, мокхо, ади еша. All dharma, artho, kam, moksho, anything you think. Дхарма, артха, кама, мокша. One kind of ignorant. Все это всего-навсего невежество. Ади в этом стихе означает и так далее. То есть дхарма, мокша и так далее. Мокша — это самое высшее. Самое высшее в перечисленном и на этой стадии, на стадии мокши, бхакти полностью исчезает. И в связи с этим Прабхупад объяснял, те, кто заняты кармакандой, определенно совершает самоубийство. Кармаканди, те, кто следует кармаканди, не интересуются бхакти. Удовлетворить Кришну не так-то просто. Чайтанья Чаритамрите говорится, что если я пытаюсь удовлетворить себя, свои интересы, это не что иное, как кама. Что вы подразумеваете под этим словом? Кама — это разные материальные желания. Стремление наслаждаться. Кришнадас Кавараш Госвами пишет, что если вы постоянно пытаетесь удовлетворить свои чувства, внутри грязная кама, Дареволи кам, and Кришнандио Притибанча Дхаре Премна. It is called Prem. Атмендио Притибанча actually called Prem. В этом стихе говорится о преме. Surely you cannot seek. Если нет према прити, то вы. If you have love for your wife, you can. Если вы любите свою жену, вы будете стремиться удовлетворить ее, сделать ее счастливой. You know прити? А знаете, что такое прити? Прити — любовная привязанность. А смрити — памятование. Прити и смрити всегда идут рука об руку. Проверьте, вы можете на своей жизни проследить это. Если у вас есть привязанность к кому-то, вы всегда помните о нем. Не можете забыть о нем. Потому что прити и смрити неразлучны. Если вы не можете думать о Кришне, это говорит о том, что у вас нет любви к Нему. Радха-Кришна-пранамо,
Радха Кришна Пранамура — это очень возвышенный киртан. И если мы будем петь его сейчас, то будет лицемерно с нашей стороны, потому что мы еще не достигли того уровня, на котором мы могли бы его искренне петь. Наш Вамшидас Бабаджи Махарадж, к примеру, однажды услышал, как кто-то совершает киртан очень красиво пели. Возможно, это был киртан Радха Кришна Прана Мура. Кришна Бабаджи Махарадж сказал: «Вы поете, но вы не прочувствовали его. Вы не понимаете, о чем поете. Но те, кто уже достигли возвышенного уровня, их сердце разрывается, когда они слышат этот киртан». Вамшидас Бабаджи Махарадж сказал: «Вы только поете, но у вас отсутствует чувство, вы не прочувствовали этот киртан». Таким образом, такого уровня киртан можно совершать, лишь находясь на возвышенном уровне. Прабхупад говорил, что кальяна калпатару, шаранагати — это те киртаны, которые мы должны петь сейчас на своей стадии развития, которые мы можем искренне петь. Кришнадас Кавирадж Госвами писал более чем понятным языком. Этот стих написал он. Существует огромнейшая разница между камой и премой. С внешней точки зрения может показаться, что это одно и то же, но это совершенно не так. Между ними пропасть. Если вы станете сравнивать их, это не будет правильным. Кама ослепляет. Она может ослепить вас настолько, что вы лишитесь своего уровня сознания и всего, что у вас есть. Материальная кама очень опасна. Ваше сознание будет деградировать. А према, подобно сияющему солнцу. При котором нет ни... совершенно нет тьмы. В этом теле обусловленное живое существо в этом теле, даже находясь в материальном мире, может достигнуть премы. Однако према бывает, в преме также есть свои градации. И самое высшее — это Махабхава. И ее уже, ее в этом теле испытать невозможно. Но если обусловленная душа будет совершать баджан должным образом, постепенно она обретет прему, которая затем будет... становиться все более и более зрелой.
After that, some kapoor, some alaj, or so many things, if you add, it becomes rasala. Rasala is so tasteful. With Krishna taking in Vrindavan Dham. It's called rasala. Как готовят расалу во Вриндаванадхаме? Prem is there basically. When prem going to get some speciality. День за днем према будет становиться все более и более, принимать все более и более густую форму, снеха, ман и так далее. Это в действительности непостижимо. Мы не знаем, что испытывает чистый преданный. Он знает. Мы можем делать какие-то предположения, но в точности мы говорить об этом не можем. Мы не испытали на себе, какой любовью обладает Браджаваси Кришне. Мы не можем отдать Кришне все, как это сделали Браджаваси. Но без этого никто не сможет совершать баджан. Кто может выполнить то, о чем поется в этих строках? Нам необходимы чувства, прямые чувства, прямое осознание. И именно эти чувства, осознание приведут нас к Кришне. Если я обладаю каким-то бхакти, оно приносит мне удовлетворение. И в то же время удовлетворяет Кришну. Бхакти — это не то, что удовлетворяет только нас, она также доставляет, бхакти в нашем сердце доставляет и удовольствие Кришне. Удовольствие Кришне. Постепенно мы должны будем подниматься выше и выше. В конце концов, осознать, какой любовью обладает Кришна к Браджаваси и Браджаваси Кришне. Кришна Кавираджа Госвами пишет. Любовь Браджаваси настолько велика, что они не знают ничего, кроме Кришны. Они забыли о своем теле, о своем уме. В их жизни только Кришна. Именно такую любовь мы должны обрести благодаря анугате Браджаваси. В этом ценность Кришна Бхаджана. Если мы хотим поклоняться Кришне, как Нараяне, какой смысл в этом? Прабхупад говорил, он задал вопрос. Если Кришна, присутствует ли Кришна в комнате божеств? Кто там на алтаре? Это Нараяна или Кришна? Кому вы поклоняетесь? Кришне? Да. Нет, вы поклоняетесь Нараяне, сказал Прабхупада. Но там же Кришна. Да, но вы поклоняетесь Нараяне. Вы понимаете? Понимаете, почему Прабхупада сказал так? Он тем самым хотел показать, что если присутствует какая-то айшварья бхава в сердце, Кришна тут же исчезает. Вы посещали Параматалу? Для нас это йога-майя. Но для материалистов это маха-майя.
Similarly, there is no difference between Narayan and Krishna. But still different. Точно так же нет разницы между Кришной и Нарайной. Однако все же она есть. So, Prabhupada speaking, you are going to see Krishna, but итак, Прабхупад говорит, что вы хоть и поклоняетесь, казалось бы, Кришне, Кришна уже исчез из с алтаря. Кришна не может принять то, что принимает Нарайна. Потому что поклонение Кришне возможно лишь при помощи Кама Гайтри и Кама Бидж. Об этом говорится в Чайтанья Чаритамрите. Поскольку Кришна апракрита Камадев. Не думайте, что кама, которая используется здесь, указывает на материальную каму. Нет, тут речь идет о трансцендентной каме. Для того, чтобы поклоняться Камадеву, нам необходимо трансцендентная кама, трансцендентное влечение к нему. Но в действительности лишь гопи испытывают ее, камануга бхакти. Так или иначе, все браджаваси испытывают влечение к Кришне. Камануга присуща только гопи. Итак, в нашем сердце не должно быть кама, материальная кама. Кришна смотрит лишь на то, сколько любви в вашем сердце к Нему. Для того, чтобы совершать Кришна-бхаджан, не нужно деньги, еще что бы то ни было. Все, что хочет Кришна от вас, это любовь, любовь к Нему, насколько вы любите Его. Это единственное, на что он обращает внимание. В соответствии с этим, Кришна проливает свою милость на всех и каждого, даже на животных, на низкорожденных. Он показывает, что способен полюбить кого угодно, что его интересует лишь любовь в сердце дживы. Шлока, с которой я сегодня начал, очень особенно. Это слова Биломангала Такура. Биломангала Такура, который занимал высочайшее положение на протяжении 750 лет, он созерцал лилы Говинды на берегу Брахмакунды. Непрестанно. И все, что он видел, все, что он чувствовал, он запечатлел в этом произведении Кришна Каранамрита. We can know the exact Tattva Siddhanta. That's why Brahma protected and we are getting it. And Mahaprabhu collected from South India. Topmost two books. By collecting these two books, what Chaitanya Mahaprabhu wanted to say? Try to understand. Has some logic, na? Чайтанья Махапрабху взял с собой в Южную Индию всего две книги. Почему именно их? Существует так много книг, но он взял почему-то только Кришна Каранамриту и Брахма Самхиту. Каждое действие Кришны не имеет особый смысл. Это говорит о том, что
you can express any doubt for Krishna. Tattva Siddhanta. After that, try to take preparation to enter into deep bhajan, lapul bhajan for Krishna. See, Chaitanya Mahaprabhu used to get the taste of Karnamrita all day and night inside the solitary Чайтанья Махапрабху наслаждался чтением Кришны Каранамриты день и ночь в своей комнате Гамбире. Каждая шлока заставляла его испытывать глубочайшие чувства. Если мы станем совершать Кришна Баджан, такой как Нараяна Баджан, Нарисинга Баджан, Билмангал Такур говорит, если Бхакти лотосным стопам Кришна сосредоточена, стабильна, не уменьшается и не увеличивается. Према — наша цель. Like the case of Madhavendra, going to give the whole treasure. В случае с Мадхавендрапури, Мадхавендрапури дал все, что у него было, Шри Кришне. That you can get. And и точно так же, если мы все отдадим нашим ачарьям, мы получим сокровища их сердца. I'm going to speak. Just if you are qualified. Then after while you are leaving your body, suppose you are going to leave your body, then after that you can leave your body, and your atma, yogamaya can help you to attain brajadham bindavan. Если вы достигнете совершенства и оставите тело, йогамая поможет вам, поможет вашей душе достигнуть трансцендентный мир. Infinity brahmanda, wherever brajalila going on. Она может забрать вас в одно из брахман, где в настоящий момент происходит раса-лила. Что будет дальше, я сейчас обсуждать не могу. Может быть, наступит тот день, когда мы сможем сделать это. Это называется васту-сидхи. Васту-сидхи — это самое высшее. Достигнув трансцендентного мира, вы получите рождение из лона гопи. I'm going to indicate just. Then you can get the scope to get the association of those people. И у вас будет возможность общаться с гопи манджари. И там вы сможете развить снехаман, праная и так далее. Но в этом теле, в материальном мире, этого сделать невозможно. Наша конечная цель в этом теле — это према. Why should I compare myself with Chaitanya? Я сейчас не говорю о Чайтанье Махапрабху, потому что он Верховный Господь. И то, что испытывал он, было больше, чем просто према. Когда он бежал обнять Джаганнатха, он падал на пути к нему, и панды хотели начать бить его, но Сарвам Бхаттачарья вступился за него. Сарвам Бхаттачарья был уважаемым человеком, поэтому его послушали. Сам царь Ориссы выражал им почтение. Сарвам Бхаттачарья, несмотря на то, что он был майявади, он хорошо знал все шастры. Глядя на Махапрабху, он подумал, какое чувство движет им, какую любовь он испытывает. Подобное невозможно испытывать ни в одном из 14 миров.
এই নীলকে না হয় that kind of extreme abnormal in 14 world this kind of reaction of love for Bhagavan is not possible. I see in the young man. Но она проявлена в этом молодом юноше поразительно. И видя Махапрабху, он смог осознать это, несмотря на то, что он не совершал Гаудия Бхаджан. Предположим, ваша бхава достигла пика, но это всего-навсего еще дым. То есть появляется пламя, которое достигает большого размера. Бхава указывает на то, что вы испытываете как разлуку, так и счастье встреча. С одной стороны, ваше сердце будто бы горит в разлуке. Вспомните, что испытывает Радхарани, когда она рядом с Кришной, сидит на его коленях, она сходит с ума от разлуки с ним. Несмотря на то, что она находится непосредственно с ним, Випраламбха Бхава берет верх над ней, и она испытывает боль разлуки. Сегодня Гирирадж Пуджа, поэтому я бы хотел поговорить больше о Браджавасе. И плюс ко всему раскрыть нашу сегодняшнюю тему, которую мы обсуждаем уже несколько дней. Your murti is there inside your heart. In that case, what happens? Then all dharma, artho, kam, moksho waiting to serve that devotee. Если Кришна пребывает в сердце преданного, если его сердце наполнено бхакти, дайвено фалати диббо кишора мурти. That диббо кишора мурти, Кришна, if I can see. Дивья кишора мурти в сердце. Then what happens? Дхарма, артха, кама. Дхарма, артха, кама, мокша стремятся служить такому преданному. Then what happens? Then all dharma ought to come, everything going to waiting to serve that devotee. You need not run from money, position, everything. Automatically. Такому преданному не нужно бежать за ними, они бегут за ним. So we are discussing about bhakti yoga. So we are also discussing about. Мы обсуждаем бхакти йогу. Разные стадии. Bhagavan Sri Krishna speaking to Uddhava. Нечто подобное Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве. Бхакти-йога — это суть всех вед. Но бхакти-йога бывает разной. After finally, Krishna proposed to give this ultimate treasure to Uddhava, because Uddhava is a dearmost person. Лишь в конце Кришна дает Удаве высшее знание бхакти. До этого он раскрывал ему разные пути обретения бхакти. И сейчас мы поговорим о настроении Браджаваси, о их глубочайшей любви. Bhagavan Sri Krishna speaking. Yesterday I already discussed. Вчера Акинчанасо, мы говорили. Кантошо, Шантошо, Самачитасаха, Майя Сантушто, Манасаха, Сарваха, Шукхо, Майя Дешаха. That I told Акинчан Мане. Вчера мы говорили об этом. Only support life and death only.
В жизни и смерти у нас лишь один, одна опора — это Кришна. И тот, кто осознал это, есть Нишкинчина. Нишкинчина не стремится наслаждать свои органы чувств. Then you can get feedback. It's not possible. So naturally, you will have to follow this procedure under the guidance of God. When you develop this stage, then automatically you will be, oh, it is quite natural. Если мы станем четко следовать процессу, который дают нам наши ачарьи, естественно, в нас проявится отречение к материальным наслаждениям. Даже если мы постараемся наслаждаться, у нас ничего не выйдет, поскольку мирские наслаждения перестанут приносить нам удовлетворение. Будет одно стремление в сердце — достигнуть Кришну, обрести Кришну. Wherever you look, whoever you like, look, whomever you look, you can see Krishna. You can discover. Куда бы вы ни взглянули, вы будете видеть Кришну, своего Иштадева. That is called Mahabhagavata. Все это признаки Махабхагавата. All Bhuta, wherever you look, you can find your Ishtadev. Like куда бы вы ни взглянули, всюду будет ваш Иштадев, как это было с Махапрабху. Он говорит, я только что видел здесь Радху и Говинду. Преданные говорили ему, ты великий преданный, куда бы ты ни посмотрел, ты всюду видишь своего господина. Рай Рамананда. Рай Рамананда в конце концов смог раскусить Махапрабху. Он Махапрабху признался, что он есть сам Расараш Махабхав, Верховный Господь. Когда вы достигнете возвышенного уровня, вы не будете видеть вокруг ни политики, ни какого-либо негатива. Всюду вы будете видеть одно лишь счастье. Same thing Bhagavan speaking here. Na parameshtam, na mahendra dhishnam, na sarva bhumam, na rasadipatyam, na yoga siddhir apunar bhavamba, mayyar pitaatme chati madbina anyat. Same thing. Same thing. Kali representation is different. Bhagavan Sarasvati speaking, Прабхунанда Сарасвати Пад говорит, Кайвалья не привлекет преданного. Если мне сейчас предложат отправиться в рай, я не приму это предложение, потому что я не вижу в этом смысла. Если кто-нибудь предложит вам кайвалью, то есть слиться с Верховным Господом, точнее, слиться с Брахманом, вы отвергнете это как нечто бессмысленное, бесполезное. Органы чувств, подобные змеям, они постоянно кусают нас и требуют удовлетворения. Глаза хотят одно, нос — другое,
Язык третий. Прохлад Махарадж говорит, глаза тянут меня в одну сторону, уши в другую, нос в третью. Куда же мне идти? Нет выхода. Same horse path. Here, front side, back side, right, left. Это все равно, что привязать меня к 6-7 лошадям, которые начать их бить, и все они разбегутся в разные стороны и будут растягивать меня в разные стороны. Точнее, каждая лошадь будет тянуть меня в своем направлении. Этот пример очень ярко передает состояние дживы, обусловленном в состоянии в материальном мире. Наши органы чувств подобны ядовитым змеям, которые вновь и вновь кусают нас. Кожа хочет приятных прикосновений, глаза хочет смотреть на красивые вещи или на грязные вещи. Нос хочет вдыхать приятные ароматы. И эти органы чувств заставляют нас превращать нас в нищих, в баджане, лишает нас всего на пути к хари-баджану. Если у змеи нет зубов, при помощи которых она выпускает свой яд, они больше не представляют собой опасность. Змея без зубов не опасна. Если вам предложат положение Брахмы, вы откажетесь от него, если в вашем сердце будет бхакти. Точно так же, как откажетесь от трона Индры. Потому что это абсолютно не имеет ценности для преданного. But still, the chair of Indra, I don't feel any value. I don't think that пост Индры не представляет никакой ценности для того, в чем сердце есть бхакти. After insect going to die, can take human birth. Можно было бы сравнить с насекомым, то есть насколько бессмысленно насекомое. На самом деле насекомое имеет значение, но имеет какую-то ценность, но ценность положения Индры, поста Индры равна нулю. Скорее даже насекомые обладают большей ценностью, чем возвышенное положение Индры. Потому что после того, как насекомое умрет, в этом рождении она может родиться как живой, как человек и начать баджан. Но что происходит в уме Индры, насколько он может возгордиться из-за своего возвышенного, из своего влиятельного положения, никто не знает. Чистый преданный, который обладает колоссальной любовью Господа,
Господу постоянно пребывает в океане блаженства. Как происходило с преданными читаниями Махапрабху. Они даже не осознали, сколько время. Они не обращали внимания на окружающее. Они были полностью погружены в санкиртану с читанием Махапрабху. Или гопи. Брахма-ратри — это для нас практически вечность. Для них это время пролетает как мгновение. Настолько велико их наслаждение в обществе Кришны. На йогу сиддхир апунар бхавамба майяр питатме чати мадбина анья. My, a devotee who love me, they don't care for the chair of Brahma. Преданный, который обладает любовью ко мне, не хочет ни положения Брахмы, ни Индры. They don't care for the total sovereignty over this whole world. Don't care. Расадипаттам. Расадипаттам, атал, витал, талатал, расад. Big appliances there, even not available in the heaven. So, sutal, talatal, vital, satal. So, no расадипатья. Расадипаттам, they don't want the controlling over. Они не хотят. Расата. They don't want, they don't care for. Стать правителями этого мира. Не хотят йога-сиддх, потому что все это препятствие на пути Харибаджана. После того, как мы обсудим бхакти-йогу, мы поговорим об этом. Может возникнуть вопрос, при чем здесь йога? Об этом мы, это мы обсудим чуть позже. This should be, this must be my last birth. They are not speaking. Okay. Преданные даже не просят меня больше не рождаться в материальном мире, говорит Кришна. Они просят лишь о том, о возможности памятовать обо мне при любом рождении. If Krishna like to put me in the ocean of misery. Если Кришна захочет погрузить меня в океан страданий и будет счастлив от этого, я также буду радоваться. If Krishna going to put me, throw me in the ocean of misery, and Krishna feeling good, happy, then I am also happy. Follow? So to speak yes is very good, to realize is very hard. Сказать об этом хорошо, но осознать, по-настоящему осознать, все это не так просто. Сегодня я хочу связать все это с гопи и попытаться прославить Гирираджа Махараджа. Браджаваси обладают несравненной любовью. Они готовы умереть за Кришну. Они готовы умереть не один, а сотню раз. Totally satisfied. Все, что они хотят, видеть Кришну счастливым. Если Кришна испытывает счастье, если он доволен, гопи готовы страдать за это. Каждое живое существо в этом мире. В этом и во всех других мирах существует лишь для того, чтобы удовлетворить Кришну. Все предназначено для служения Кришне. Если вы примете этот мир с этой точки зрения, вы станете Парамахамсой. И будете видеть мир как океан счастья. Но это очень возвышенный уровень. Вы перестанете замечать проблемы вокруг,
Они, может быть, и не прекратят свое существование, но вы, будучи Парамахамсой, их видеть не будете. Именно поэтому Парамахамсы не могут действовать как ачарьи. Несмотря на то, что мы знаем, что Гаура Кришнадас Бабаджи Махарадж является ачарья варией, потому что только он среди всех парамахамс был очень заинтересован в том, чтобы направить людей. Гаура Кришнадас Бабаджи Махарадж предпринимал, то есть делал так, чтобы сахаджи обратили свой взгляд на баджан, начали совершать баджан. Как правило, парамахамса вайшнавы полностью сосредоточены на своем баджане. Они не могут воспитывать, они не могут наказать, отругать. Но Гаура Кришнадас Бабаджи Махарадж — это исключение. При помощи различных техник он пытался помочь нам. Этому есть много примеров в его жизни. Но сейчас я хотел бы поговорить об одной важной, насущной проблеме, о которой вы никогда не думали спрашивать. Вопрос такой. Почему браджаваси хотели поклоняться Индре? Ведь мы только что говорили, что чистые преданные совершенно не заинтересованы в поклонении кому бы то ни было, кроме Кришны, не заинтересованы в поклонении ни к полубогам. Почему Шачи Мата поклонял Шашчи Деви? Для того, чтобы... То есть Шашчи Мата — это одна из форм Дурги. И Шачи Мата готовила разные подношения для нее и приходила к ней. Она специально выбирала время, когда Нимай не увидит ее подношение, то, как она пойдет к Шашчи Ма. Как у нас Параматала, там была Шаштитала. И вот она уже подготовила тарелку, подношение идет, и она встречу Нимай. Шачимата растерялась. Куда ты идешь, мама? Я сейчас приду, иди домой. Иди, я сейчас приду. Нет, куда ты идешь? Что у тебя в тарелке? Ничего, ничего там нет. Что-то там определенно есть. Покажи. Иди домой, и скоро я приду. Она тут Нимай украдкой подпрыгивает и хватает сладость с тарелки, начинает есть. Шачи Мата начинает плакать. Ты все испортил. А Нимай говорит: мама, ты не понимаешь, если Шашчи Ма стала так счастлива, что ей достанется моя учиштха, что я поел первым. А Шачи Мата говорит: что ты говоришь? Вот это проявление высшей любви, сладости игр Господа. Тут нет никакого настроения величия. Однажды мама Ишода подумала, что в Кришну вселились бесы. Она начала проводить особую церемонию, позвала священника, и начали производить особую церемонию для того, чтобы избавить его от духов, привидений. То есть она предпринимает все эти действия, несмотря на то, что перед ней Верховный Господь.
Это и есть сладость Лил Кришны. Время подходит к концу, и нам нужно еще успеть предложить много подношений. То есть, посмотрите, Шачима идет поклоняться Шаштима, но для чего? Ради Нимая. Целью поклонения это Нимай. И точно так же Браджаваси поклоняется Индре. Зачем? Для того, чтобы ради благополучия Кришны. То есть конечная цель их поклонения Индре — это удовлетворение Кришны, чтобы Кришна мог спокойно пасти коров, которые будут есть траву на полях, которые благодаря дождю вырастет. То есть суть в том, что настроение Браджаваси, за каждым их действием стоит желание удовлетворить Кришну. Итак, сегодня Говардхана Пуджа. Веданта Сутры объясняют эту лилу. Кришна спрашивает отца, для чего вы поклоняетесь Индре? Кто такой Индра? Он говорит, не лучше ли вам поклоняться Гирираджу? Гирирадж собирает облака, то есть притягивает к себе тучи, и благодаря этому идут дожди, и благодаря дождям растет так много фруктов. Кришна говорит Нанде Упананде, если джива получает все в соответствии со своей кармой, кто такой Индра, чтобы решать, чтобы менять их карму? В деталях я не смогу обсудить, объяснить эту лилу, и я вынужден остановиться здесь. На йогу сиддхир апунар бхавам ва майяр битват мечати мад бина аннят бхакти стай стиратара бхагаван ядиша дайвена фалати дибба кишора мурти мукти свайам мукулита анджали севате асман дхармартха камагатайо шамайо пратикша банча калпатуру сикбасан патитанам Кришна Пхюн.